Ненецкий округ присоединился ко всероссийской акции «Сад памяти». Она приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный, депутат Государственной думы Сергей Коткин и вице-спикер собрания депутатов Максим Арбузов посадили деревья в сквере у памятника портовикам. Акция «Сад памяти» на территории Ненецкого округа стартовала еще летом, но из-за нестабильной эпидемиологической обстановки не носила массовый характер. Основная цель – посадить 27 миллионов деревьев по количеству погибших в этой страшной войне. В Ненецком округе за время акции уже посажено более 100 деревьев. Уверен, что сегодняшней акцией мы с вами положим добрую традицию для того, чтобы ежегодно в память о тех, кто в далекие годы в Великую Отечественную войну погиб, высаживать деревья. Я приглашаю всех вас присоединиться к этой акции и уверен, что мы с вами тем самым заложим добрую традицию на долгие годы вперед. И самое простое, что мы можем сделать, это посадить дерево, которое будет напоминать каждому из нас об этой трагедии, об этих людях. Так что присоединяйтесь, спасибо. Глубина не должна, так сказать, превышать. Ага. Вот так, это хорошо. Все нормально. Вячеслав Карипанов, председатель регионального общества ветеранов войны, руководит посадкой деревьев. Опыт у него огромный. А чтобы дерево прижилось, считает, надо делать это с любовью. Губернатор с ним согласен. С душой надо сажать, и тогда дерево обязательно приживется. А я думаю, мы польем, и оно точно приживется. И спустя годы будет красивая рябина здесь. К этой акции может присоединиться любой желающий. Я думаю, это не составит труда. Найти дерево даже в наших непростых условиях. У нас есть питомник, где можно купить березу или рябину и посадить, ну, практически, наверное, в любом месте города. Можно просто у себя рядом с домом, чтобы не получать согласование от города. Если сажать в парке, нужно согласовывать. А рядом со своим домом можно посадить дерево, и каждый может это сделать. Это очень просто. Жители региона в память о родных, участниках и погибших в Великой Отечественной войне высаживали деревья на общественных территориях и рядом со своими домами. Мы очень хотели бы, чтобы эта акция была не только вот наша, волонтеров Победы, а к ней присоединялись и власти, и жители. А вообще говорим большое спасибо и администрации, и жителям округа, потому что в период пандемии, когда нельзя было проводить массовые мероприятия, жители у себя в садах, в огородах, на участках высаживали деревья в честь этой акции и отмечались на интерактивной карте, которая размещена на сайте «Сад памяти». Сегодня в сквере посажено 6 рябин. Эти деревья привезены из питомника, расположенного под Сыктывкаром. Хорошо, что они в мешковине, удобно сажать. Мешковина, как бы, она дает возможность влаге сохраняться, и деревья быстрее приживаются. Главная цель акции – посадить в память о погибших 27 миллионов деревьев. Инициатором акции выступает Всероссийское общество «Волонтеры Победы» и Фонд поддержки полководца Победы. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».